Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Как обычно, о валюте в это время, 18 апреля 2018 года. Значимо, да? В банке доллар покупают 25.95, продают 26.20. Евро покупают 32 ровно, продают 32.50. И на тротуаре Полтавы доллар покупают 26 ровно, продают 26.15. Евро покупают 32.10, продают 32.40. Всем хорошего настроения. Мелкий дождь за окошком, как слеза по щеке. Всем хорошего настроения.